Это кабинет физики. Здесь уже проведено, выведено все электрика. То есть на каждом столе будет подведена электрика. Подрядчик проводит экскурсию по объекту не хуже директора школы. И дело не только в стопроцентном погружении в работу. Николай Марков жил и учился в Стрелецком. По этим коридорам бегал еще ребенком. Школа 69-го года. Я сам ее закончил в 80-м году. Так что, когда пришел сюда, особо ничего не поменялось с 80-го года. И как бы этой школе, естественно, требовался ремонт. Уже сделали многое. Второй этаж почти готов. Обновили коммуникации, отопление, коридоры. На первом продолжают укладывать плитку. Впереди работы в актовом зале и пищеблоке. А на следующей неделе строители приступят к отделке фасада. После ремонта сюда переведут и дошколят. Эта комната как бы игровая комната. Дальше пошли комнаты. Кабинет директора садика, там будет спальня. По планам смешанная группа на 30 человек. В детсад сделают отдельный вход, территорию огородят. Что касается школьников, сейчас они учатся в соседних селах Казацком и Малобыкове. Это примерно в 3 километрах отсюда. Ждать возвращения в родные стены осталось недолго. Школу планируют сдать к сентябрю. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.